Ребята, всем привет! И мы начинаем свое путешествие. Всем привет, ребята! Микропутешествие. Сегодня у бабуль день рождения. Мы решили съездить сегодня, прям после моей работы. Стартанули. Ну, прям сразу стартануть все равно не получилось с малышом. Это сборы там и так далее. Пока все захватишь, пока все возьмешь. Мы выехали, и как назло, какие-то пробки такие образовались там в нашей деревне. Даже непонятно, почему еще в эту сторону, в которую нужно ехать. Обычно наоборот, все едут домой и в другую сторону. И главное, здесь сейчас на трассе будут пробки из-за ремонта дороги. Ну, в общем, мы ненадолго, мы поздравить, пообщаться, проведать и поедем домой, потому что у Дани купаться, кушать, ужинать, играться и все такое. Нянюшек тут сидит и смотрит. Смотрит вот туда. Таня в гостях у бабушки воображает. Да? Вот так, вот так. Вот так, малыш. Да. Вот так, молодец, молодец. Сейчас голова закружится, упадешь. Осторожно. Осторожненько. Все хорошо? Теперь держись, не падай. Ну все, хватит. В другую сторону не научился крутиться, только в одну пока крутишься, да? Да? Мой хороший. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, ну что, следующий играться с тобой папа остается? Маму отпустим? Будем играться? Во что будешь играться? Ого, скажи, тут ковры везде. Тут и внизу ковер, и вверху ковер. Везде ковер, скажи. Можно делать все, что хочешь. Сплошные ковры, скажи, у вас тут. На креслах ковры, висит ковер. Да, сейчас мама придет и поедем уже. Твой любимый, да, телевизор. Мультики, которые транслирует. А как хорошо. А, часы увидел там, да? Часы там у тебя показывают время. Все, носиться здесь будешь. Разглядываешь? Да? Данюшка. А, Данюша. 500 миллионов кругов надо пробежать, да? 500 миллионов кругов пробежать надо? Бабушку. Даня там вообще отжигал в конце. Пошел в отрыв, походу, делать. Да. Вот. Сначала бабушку боялся, а потом начал сам ее трогать лицо, в общем, короче, сам к ней контактировать. И на нас посматривает и смеется. В общем, а что там вытворять начал? Бегать по комнатам, по квартире? Да, вошел в раж, начал какие-то там у нее тряпки доставать, еще что-то доставать. Я говорю, давай назад. Бросил он, я туда и побежал. Он назад и бежит. Вообще, он, короче, не хотел уезжать в итоге. Но мы быстро, у нее сегодня день рождения, мы решили сделать ей сюрприз, как бы поздравить ее именно сегодня. Ну и разгрузите выходной, потому что выходной очень загруженный. Перед отпуском он последний остался, и очень-очень много всего надо сделать, в том числе и со страховой решить вопрос. Вот, так что вот так вот. У нас, кстати, похолодало, ребят. 20 градусов на улице сейчас. Пишет 20, да. И вот мы такими путями едем. Сейчас нам 49 минут пишет ехать до дома. Что-то рисует. А, да, все, 49 минут. Вот
Так что вот такие у нас дела сегодня. Сегодня с утра даже ничего не снимала, потому что мы с Даньком ходили на улице, и был такой жуткий ветер, что смысла вообще что-либо снимать не было. Если только без звука, потому что задувало вообще очень сильно. Сейчас ветерок есть, но он не такой, как утром был. Утром прям вообще... У нас детки во дворе шапки даже понацепили, родители им некоторым. Так что вот так. Танька едет, рассматривает. Плохо сегодня поспал малыш. Всего, наверное, полчасика глазки закрыл и проснулся. Не смог, почему-то не захотел. Но мне кажется, он так подрос быстро. Вот прям буквально он прям изменился за эти дни. Может быть, это связано с этим. Прям такой человечище растет. Включили Данюшке мультики, чтобы он не засыпал. Боимся, что заснет. Заехали на заправку. Здесь бензин озвучить, как с поездки, с путешествия. Стоит 50 рублей 20 копеек. Подорожал. Так что вот так вот. Что-то Дима забыл. Возвращается. Сказал и пошел без этого. Маску забыл. Возвращался. Да, решили заправиться. Что-то полбака у нас, даже чуть меньше. Поэтому решили заехать на заправку еще. Все, здесь у нас в ремонтах сплошных. Все в пробках. Хотя время уже такое, когда все должно проехать и пройти. Ну, здесь совсем какую-то жесть устроили. И там тоже внизу дорога, и там тоже пробка в одну сторону, в другую сторону, которую, кстати, вот мы стояли в ней изначально, когда туда ехали. Так что что-то здесь не то сделали. Или делают, что ли, развязку, или мост ремонтируют. Непонятно, что они тут делают. Здесь какие-то деревья продают всякие разные, кустарники. Для дачников? Ну да, для дач. С этой стороны у нас церковь. Такая вот храм. Здесь жилье для богатых. Второй въезд в жилье богатых и знаменитых. Вот здесь вот. И вон можно наблюдать, какие здесь домики. Заводики всякие, промзоны различные. А здесь что-то с электричеством связано. Потом там машины продают грузовые. Volvo Truck, по-моему. Volvo, да. Тут не только Volvo, и Века, Volvo. В общем, разные такие. Это мейджор тут. Потом дальше у нас здесь завод колбасный. Как он, не Мираторг, а этот Welcome. Промзона. Welcome. Завод. С этой стороны наш любимый Мираторг, Бессарабка и полюбившийся народный кондитер уже. И наша любимая птичка. Ой, как это вкусненько все. Вот это, тут открыли недавно КФЦ. Перекресток давно, это тоже круглосуточный.